Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет видео снова болталка на тему семейного бюджета, экономии и все, что с этим связано. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и расскажу немножечко о нашем семейном, скажем так, бюджете, да. Как он у нас распределяется и как у нас это все дело происходит. Ну, на самом деле, я думаю, наверное, стандартно для многих семей есть определенные статьи расходов, которые требуют расходов ежемесячных, скажем так. Это оплата коммунальных услуг, детских садиков, там, я не знаю, интернета и так далее и тому подобное. Это стандартные ежемесячные оплаты, которые вот, ну, как бы не обсуждаются, скажем так. Это, что называется, берется и оплачивается. И есть, и также стандартная для всех, наверное, семей статья расходов, это продукты, бытовая химия и вот все, что с этим связано. Ну и также в нашей семье есть такая статья расходов, как наш дом. Я уже говорила, что мы переделывали наш дом, точнее мы делали, ну, как некоторые называют это, пристройку к дому, то есть увеличивали дом, и у нас много что не закончено, поэтому у нас это требует, скажем так, достаточно больших вложений. А как же у нас происходит? Как вы понимаете, основной источник нашего бюджета семейного – это мой муж. Вот. Это, я думаю, всем уже понятно, так как я не работаю. Вот. И, ну, соответственно, как я уже сказала, все коммунальные платежи и тому подобное, да, это все вот просто, ну, ежемесячно оплачивается, не обсуждается, да. Потом такая статья расходов, как вот продукты и все остальное, здесь то же самое. Здесь просто выделяется у нас определенная сумма денег на это. И, соответственно, мы как бы, ну, в основном я как бы, естественно, приобретаю там какие-то продукты, бытовую химию, что-то там для детей, по мелочи, там для школы, для садика, это все понятно. Ну и остальная часть денежных средств у нас идет на дом и, возможно, на какие-то накопления, на путешествия и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, для, ну, стандартной семьи, я думаю, стандартный бюджет и ничего здесь нового нет. Меня многие спрашивали о том, как вообще вот там, я не знаю, клянчить деньги у мужа. У нас такого в семье нет, и я никогда ни на что не клянчу, скажем так. Просто я, скажем так, беру деньги и иду приобретаю себе что-то, там, что-то себе, что-то для дома, что-то для семьи и так далее. Ну и, конечно же, отдельно просто у нас, грубо говоря, откладываются деньги на какие-то накопления и на достраивание нашего дома. То есть у нас в семье вот заведено так, и никто из нас не отчитывается ни перед кем, и никто из нас не требует чеки, какой-то отчет, почему ты потратила сюда столько, почему ты потратила сюда столько. Нет, у нас такого нету. У нас с самого начала было так заведено, и, в принципе, так дальше и продолжается. То есть никаких особых секретов у меня нету. И также меня просили ответить по поводу накоплений. Как же вот откладывать деньги, как стать более-менее экономной и так далее. Но я могу сказать, что ко мне это пришло, наверное, с появлением детей. Потому что раньше я была таким человеком, который вот получил зарплату и пошел гулять. Вот, ну, как-то так у меня было. И, конечно, с появлением деток я стала более, ну, как осознанная, может быть, в этом плане. Я уже начала понимать, что в семье, естественно, должны быть какие-то, не знаю, деньги на форс-мажоры какие-то и так далее. И я уже не такой человек, что там, не знаю, получил зарплату, пошел ее всю спустил. Конечно, я уже думаю о завтрашнем дне. Вообще, с появлением детей много что изменилось, и я думаю, это у многих мамочек такое происходит. Экономная ли я хозяйка? Я думаю, что да, но у меня есть определенные, не знаю, как сказать, взгляды, наверное, на это. То есть определенные статьи расходов, на которых я не буду никогда экономить. И, как вы понимаете, эти статьи расходов касаются моих детей. То есть на детях я никогда не буду экономить. И на здоровье я тоже никогда не буду экономить. Здоровье туда же относится и продукты питания.
То есть я никогда не буду экономить и приобретать самые дешевые продукты. Я всегда ищу соотношение цены и качества. Это вот всегда у меня есть. Это касается, кстати, не только продуктов, но также и одежды, также и, не знаю, бытовой химии и всего остального. Я люблю бытовую химию с фикс-прайса, хотя езжу туда, на самом деле, в последнее время не часто, но я считаю, что там соотношение цены и качества очень даже хорошее. Я люблю магазин «Лента», там действительно хорошие продукты, по крайней мере, в нашей ленте, там все свежее, качественное, можно найти даже вот ту же молочную продукцию, можно приехать там в 11-12 часов дня и приобрести продукты, даты производства сегодняшние, то есть мне это очень нравится, и я очень люблю. Я также люблю приобретать на скидках, на акциях товары, в том числе и продукты. Например, осенью я очень часто приобретаю рыбу. Я имею в виду лосось, то есть такие более дорогие сорта рыб. И у меня есть где хранить, и мы с мамой разделываем, замораживаем на стейки, что-то готовим вот свежее, да, и засаливаем рыбу. Я делаю различные заготовки на зиму. Как вы уже поняли, это не только то, что выращенное в нашем огороде, но я приобретаю сейчас в ленте на овощи вообще суперцены, когда можно помидоры, огурцы, не знаю, купить по 30 рублей и сделать из них какие-то заготовки и радоваться всю зиму им, почему бы и нет. Я считаю, что это очень даже классно и очень даже экономит бюджет. Потому что я из тех людей, которые считают, что копеечка рубль бережет, это действительно так. И это одна из причин, почему я не приобретаю пакеты в магазине. Не только потому, что они замусоривают все, в том числе окружающую среду. И если углубляться, то прям так, да, серьезно, то это, конечно же, тоже немаловажно. Но в том числе потому, что мне эти пакеты дома не нужны. И зачем мне за них платить? Я не понимаю. То есть я всегда стараюсь находить вот такую золотую середину. Меня также спрашивают, почему я приобретаю косметику дорогую, а одежду недорогую. Ну, во-первых, у меня не вся одежда недорогая, у меня бывают достаточно дорогие покупки, но это всегда взвешенные и всегда обдуманные покупки. А насчет того, что я приобретаю недорогую одежду, но здесь я думаю, многие из вас со мной согласятся, что не всегда цена равно качеству. Можно и в достаточно таких бюджетных магазинах найти хорошие вещи, в том числе и по составу. Например, тот же натуральный хлопок, какие-то изделия из натурального хлопка можно найти и в бюджетных магазинах, и это будут хорошие, качественные вещи. Тот же пошив вещей не всегда в той же Заре, например, я люблю, кстати, этот магазин, но бывают там, конечно, тоже свои какие-то моменты, свои косяки, и я всегда смотрю, что если я плачу за эту вещь деньги, да, неважно сколько, это может быть и 500 рублей, и 5000, эта вещь должна соответствовать этим деньгам, а не, знаете, вот просто сейчас модно, а то, что это непонятно что, непонятно какой крой у этой вещи, да, я все равно ее возьму. Нет, у меня такого нет, я всегда, то есть взвешенно и обдуманно подхожу к вещам, я не покупаю вот лишь бы купить. Это касается и косметики в том числе. Конечно, у меня есть такие моменты, знаете, там какие-то хотелки, как у любой девочки, та же парфюмерия, например, та же декоративная косметика, да, просто потому что хочется себя как-то побаловать и порадовать, да, конечно, у меня тоже такое есть, и такие покупки у меня бывают, естественно, но все-таки это скорее исключение, чем правило. Ту же, например, уходовую косметику я приобретаю только тогда, когда мне она действительно необходима, когда я знаю, что я действительно этим продуктом буду пользоваться. Я всегда читаю какие-то отзывы, даже на недорогую косметику я всегда прочитаю отзывы. Даже если вот, знаете, бывает такое, зайдешь в магазин, увидишь какой-то продукт и думаешь, о, классный, я не постесняюсь, залезу в интернет и почитаю хотя бы пару отзывов на эту косметику, и потом ее приобрету. То есть вот такой у меня, ну, скажем так, разумный подход к покупкам, который позволяет где-то даже экономить. Конечно, бывают моменты, когда я себя балую, но это,
ну, скажем так, не часто, да, если я знаю, что мне предстоят какие-то крупные расходы, будь то, я не знаю, сборы ребенка в садик или какие-то поездки куда-то или еще что-то, то я, конечно, уже не буду, скажем так, себя баловать чем-то, а лучше, скажем так, отложу на деньги, на предстоящие покупки, на предстоящие поездки и так далее и тому подобное. У нас, кстати, забыла сказать, у нас в семье нет такого, чтобы кто-то один контролировал бюджет, то есть либо я, либо муж. У нас это делается все сообща, и мы как бы обо всем как-то договариваемся, общаемся. Ну и по поводу того, как откладывать, как копить. Ну, я, например, считаю, что если вы купите просто так, да, вот просто чтобы отложить, бесцельно, да, то, конечно, так, наверное, не получится. Но, по крайней мере, в моем случае так не получается. Если я что-то хочу, да, то есть, если, скажем так, у меня есть какая-то определенная цель, то тогда и откладывание денег на эту цель, она становится понятна. Понятно, почему я себе, допустим, не покупаю очередную пару новых туфлей. Понятно, почему я себе не приобретаю новую помаду или еще что-то, да, потому что у меня есть определенная цель. Я очень хочу, да, достигнуть этой цели, и, соответственно, я к ней иду. И вот, ну, таким образом вот у нас в нашей семье получаются какие-то накопления, да, как более крупные, так и более мелкие. Поэтому я к накоплениям отношусь хорошо, но не тогда, когда они бесцельны. Копить на черный день я против таких вещей, потому что если мы готовимся к этому черному дню, да, а копить на черный день – это именно готовиться к этому черному дню. Значит, мы как бы тем самым притягиваем этот черный день к себе. Значит, мы четко осознаем, что он наступит. Вот пусть не сейчас, пусть там через пару лет, пусть когда-то далеко, но он наступит. Я не хочу, чтобы у меня наступал черный день, поэтому на такие вещи я никогда не откладываю денег. И никогда не коплю. Я всегда коплю на что-то позитивное, да, на поездки, на ремонт, не знаю, на какие-то крупные приобретения, крупные покупки. Это всегда приятнее, чем откладывать на черный день. То есть откладывать на черный день – это откладывать на негатив, да. И что же приятного может быть в том, чтобы откладывать на этот черный день? Возможно, я не права. Я могу отчасти с этим согласиться. У меня именно такая позиция, и именно с такой позиции я и подхожу к этому вопросу, да. Потому что когда ты о чем-то мечтаешь и откладываешь на это, пусть хотя бы, я не знаю, 100 рублей в месяц, но это всегда приятно, да, приятно идти маленькими шажочками к своей мечте, приятно, не знаю, думать о том, что вот-вот скоро эта мечта, она осуществится, это всегда-всегда очень приятно. Я никогда не ставлю перед собой несбыточных или, скажем так, целей, которые невозможно осуществить, и я всегда это продумываю. Ну, в общем, я ко всему стараюсь подходить с умом, и стараюсь думать о том, что я делаю, как я делаю, когда я делаю. Это у меня было всегда, я всегда была такой. Ну вот только, наверное, по молодости, пока не было деток, у меня не было определенных каких-то целей, да, я там не копила себе на, я не знаю, машину или еще что-то, да, я просто тратила, жила в свое удовольствие, и в этом я не вижу тоже ничего плохого. Если я работаю, зарабатываю деньги, то почему я не могу себе что-то приобрести и как-то себя побаловать? Почему нет? Тем более, когда нет детей, когда нету, не знаю, когда вы молоды, то почему бы нет? Когда еще жить, если не сейчас, правильно? Так что вот так вот это происходит в нашей семье. Достаточно все просто. Ничего сложного здесь нету. Я надеюсь, вам понравилось такое небольшое видео, оно было для вас полезным и интересным. Обязательно делитесь в комментариях, как происходит у вас, как вы относитесь к накоплениям, как вы, не знаю, копите на что-то и копите ли вы на что-то, если у вас какая-то мечта, мне действительно будет очень интересно с вами пообщаться. И обязательно ставьте пальчики вверх, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!